Ei, mané, sinta a pressão, neném. Пиздец, блядь, тёса, сдохла передоза, прямо у меня дома, у меня льётся слёзы, вам сдохла. У меня достаточно поставленный педагогический голос. Чё, охуели? То есть ты хочешь, чтобы мы ударили его кирпичом по голове? А почему нет? Я ебу и плачу. Как же я сразу не поняла, ты ебанутый на голову. Попроси родителей, чтобы людей в белых халатах тебе вызвали. Срочно! Лисичка! Ёб твою мать! Блядь, заебала эта хуйня, ну что это за бред, блядь? Блин, какая у меня скучная жизнь. В ней ничего не происходит как-то в последнее время. Вот бы какого-нибудь пиздеца. О боже, в моей жизни творится один пиздец! Когда же это уже все закончится? Who the fuck did go here? What? No, I'm on the phone, I'm on the phone. I'm on the phone. Послушай, ты, слышь ты, блядь, уебище нахуй. Слушай, хуелан. Слушай, уважаемый. Слышь. Слушай, дорогой. Если вы поставите 5 лайков, то я ему вскрою живот. Если меньше 5 лайков, то... Я ему тоже вскрою живот. Госпожа Рерити, я так хочу пить. Угощайся, дорогуша. Когда вы нам уже забратите, госпожа Рерити? Извини, лапочка, я не понимаю ни слова из-за твоего акцента. Отважный комарик. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Плотник Вася. Зума. Укус женщины. Ребятки, вы такие молоденькие тут. Комендантский час. Спасибо, я всегда знал, что ты пидор. Испугался? Обосрался немножко. Там легавые! Иди нахуй. Да постой, дракон! Че, ёбнулся? Я же сказал, это был не я. Твоя тупая рожа! Моя умни гениальнее лицо. Это имя знает каждый. Андрей Чикатило. Самый страшный маньяк 20 века.
чем левую руку. Я хочу Катю Сарвуку. ЖМЖ и группа Вуху. Я люблю Павлуху больше, чем правую руку. Я хочу Катю Сарвуку. МЖМ и группа Вуху. Я люблю Павлуху. Я больной, сука, я больной. Я не ручаюсь за себя. Бя-бя-бя-бя-бя-бя. Я слышу голоса в своей голове. Они говорят: бе-бе-бе-бе-бе, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Быть с тобой или не быть с тобой. Я не Уильям Шекспир. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Я повторю с тобой падение рубля. Ты упадешь в мою постель. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Taking pictures that never come outside until they look precious. What I gotta say to get a piece of that? Damn. What I gotta say to get a piece of that? Damn. What I gotta say to get a piece of that? Damn. What I gotta say to get a piece of that? С днем дрочения, ёбли до головокружения, легкого семя извержений. Думаешь, хорошая идея оставить их вместе? Конечно, да. Перед тобой двое самых стабильно уравновешенных и способных индивида. Look to the left, look to the right. Any cars? No. Примерно 5 лет назад я сказал, что между нами все кончено, и я с ней расстаюсь. Она просто посмотрела прямо на меня и ответила: «Нет». Я растерялся и не мог ничего сказать. На прошлой неделе мы поженились.